Здравствуйте, мои дорогие зрители, вы на канале Таня из Англии. Сейчас хочу вам рассказать и показать, какие цены на бензин в Англии. Немножечко сейчас с вами прогуляемся, дойдем с вами до автозаправки и посмотрим все вместе с вами. Вот тут табло, какие цены на бензин и на солярку. Ну, немножко плохо видно, значит, получается бензин 1,52, а солярка 1,57. И 1,59, ну, муж объяснил, такая лучшая солярка, более лучшего качества. Каждый день бензин дорожает, как и везде по всей Европе. Вот такие цены. Обязательно я напишу, сколько это будет в доллар, сколько это будет в евро. Но очень плохо, к сожалению, видно. Покажу немножко вокруг. Тут Макдональдс недалеко. И тут же недалеко заправка. Немножко, наверное, будет шумно, потому что проезжая часть, еще и сегодня ветер. Спустимся с вами, прогуляемся до заправки. Так, я здесь по лестнице спускаюсь, поэтому очень-очень осторожно. Это здесь магазин Моррисон, Макдональдс. Так, и прогуляемся до самой заправки. Ага, здесь выхода нет. Так, я немножечко обойду вокруг. Здесь стоянка, машины. День сегодня такой хороший, солнечный. Здесь очень известный магазин Моррисон. И, ну, он такой английский, конечно, магазин. И там же заправка. Да, цены растут. Муж говорит, каждый день поднимаются и поднимаются цены на бензин. Ну, что сделаешь? Такая ситуация сейчас. Везде поднимаются цены. Если поднимается бензин, то, конечно, сразу же и поднимаются цены на продукты, ну и на все остальное. Да, наверное, ветер, извините, пожалуйста. Здесь тоже кафешка. Ага, вот эта кафешка Коста. Такая тоже очень... А, нет, это не Коста, извиняюсь. Там подальше Коста. Ну вот и сама заправка. Подойдем поближе. Такая самая обыкновенная. Так, теперь нам надо перейти дорогу с вами. Ну что, сейчас машина будет проезжать. Немножечко подождем. Ага. Вроде пока нет, перейду дорогу. А вот Коста впереди. Знаменитости пьют кофе. С другой стороны подошла. Вот здесь лучше видно. Такая простая английская заправка. Можно здесь заправиться. И дизель, солярка и бензин. Немножечко вокруг. Ветерок сегодня, извините. Здесь Коста, кофе. Небольшое видео для вас сняла. Какие цены в Англии на бензин, потому что сейчас многим эта тема очень интересна. Спасибо, что вы со мной. До новых встреч, мои дорогие друзья, мои дорогие зрители.